Всем привет, это Виталий, компания Boston Technic. Говорю очень аккуратно, тихо, потому что вот подобная сеялка Stanley находится непосредственно там, где выращивают пчел. Резких движений, сказали, делать нельзя, очень опасно, но делаем свою работу. Сеялка в отличном исполнении, качестве. Значит, сделан самодел. Это для укладки полива. Колеса, смотрите, в отличнейшем состоянии. Значит, здесь вешаются две единицы на одну из левой и с правой стороны. Вот, и дальше, соответственно, капелька уже подается непосредственно в трубу. Это уже сами доделали. Так она полностью в рабочем состоянии. Четырехрядная. Колеса как новые. Прикатка в отличном состоянии. Здесь, соответственно, смотрите, звездочки и так далее. Все в отличнейшем состоянии. Что слева, что справа. Здесь прикатывающие колесики, ну, немножечко в удовлетворительном, но они несут именно роль прикатки земли. Здесь абсолютно все в отличном состоянии. Значит, замены и вложений не требуется. Вот такая вот сеялка. Демонстрирую со всех сторон. Работала она в паре с МТЗ, работает отвом. Демонстрирую. Все управление рабочее, беспроблемное. Кому необходима овощная четырехрядочка с доделом под капельку, обращайтесь. У нас уже все есть в наличии. Ждем ваших звонков.